I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексоник и Вор. Всем привет. Мы поиграем в игру под названием Майнкрафт на сервере хоррор игры, короче. Ты задолбал. Да не снимай! Ты задолбал. Короче, что это? Ну ты задолбал, ну правда, положи нормально. Я тогда тебе... Кик. Так, кик. Все. Игра пережит правила. Блоки не ломать после того, как вы поставили рычаг, чтобы офигеть финальную игру. Вам нужно не пропускать двери, если судили... Короче, ставьте на паузу и читайте его. Ну, я думаю, вы прочитаете. Смотри назад. Ты сломал, ты убил. Я нечаянно об клавиатуру мышь ударил. И она чисто... Убил его. Ты что, ноги на себя надел? Все. Значит, обозначение. Смотри, незалитовый блок — это блок для рычага. Алмазный блок — это блок для лестницы. Понял? Золотой блок — блок для редстоуна. Изумрудный — блок для артефакта. Понял? Все, погнали. Мы, значит... Подожди, а куда нам надо идти? Туда, туда, там же это... Нет, иди сюда, вот дом. Тропинка! Это... А, нет, да, вот дом. Подожди, вот, ты... смотри, там дед какой-то стоит, там дед. Дед пердит. Здорово. Добрый вечер, меня зовут Олег. Хорошая работа, Олег. Я один из представителей охотников за привидениями. Я так понимаю, что вы, охранник, не могли бы выдать мне ключ от двери. Подожди, дай я охранник ключ, я тебе отдам, но только если ты мне поможешь. Да за... Хватит на рычаг нажимать! Я под рычаг. Как именно? Я сделаю все, что ты бы попасть в это задание. Охранник, тебе нужно помочь моему другу в соседней деревне. Поможешь, получишь ключ. Направляйся в деревню по тропической... По тропинке, к дому 17. Погнали. Мне это вырезать, Егор? Как хочешь. Посторонним ход в распределение деревни. Пошли туда. Не туда, деревня в другой стороне. А что, у меня еды нет? У меня еды нет. Вот по лесу пройти. А, так у нас мирная вроде. У нас сложная. Ну хоть еда не отнимает. Халдем. О, иди поздоровайся на левую кнопку. О, подожди, это... Дом 17. Иди сюда. Добрый вечер. Вы, наверное, друг охранника. Это он сказал, вам нужна помощь. Ничего мне уже не надо. Но я тебе так скажу. Не суйся в то место. Много там кто пропадал там. Я надеюсь, ты меня понял. Как вернешься к этому старому проказнику, скажешь, что помог мне. А ключ можешь взять в сундуке сзади. Новое задание. Направляйтесь назад к заданию. Найдите вход. Пошли обратно. Пошли обратно. Он защитит. Стоп, я там что-то вижу. А, это просто дом. Это не дом 16, а не... Нормально. Пошли еще дом. А, хотя пошли. Стой. Посмотри, дом номер 16. Это не дом 16, это нужен дом номер 17. Они так прикольно... Посмотри, там дымоход. Посмотри, там дымоход. Видишь? Блин, а тут пусто вообще. Под дождем. Да блин, мне уже и так много пусто. У меня морковка, кстати, одна есть. Это морковка. Вон там, где рычаг. Ты где? Я тебя по тропинке потерял. Вон ты бежит по краю света. Одинокий воин где-то. Одинокий воин где-то. А что ты пешком идешь? Потому что мне уже еда закончилась. Сейчас, подожди, а давай тогда геймод. Да, а, нет. Гидри, да, мне? Ладно, на, забирай вот это вот. Все, что есть. Спасибо. Пошли, вот тут открыть. Да ты дебил! Зачем ты нажимаешь? Блин? Чат засоряешь. Подожди. Новое задание. Подожди! Новое задание. Следуйте задание. Направляйте. Еще раз. А ты...
Исследуйте задание. Пошли. Здание. А, здание. Иди сюда. Стой, иди сюда. Вы сначала мне... А почему у меня... Подожди, стой. А почему у меня не темно? У меня все... Стой, не иди никуда. Подожди, да я эти музыки отключу нахер. Подожди, стой, никуда не ходи. Алло, ты тут вообще? Да, я тут. Подожди, я стой на месте. Подожди. А как, типа, сделать, чтобы... Вот, на минимальной яркости. Вот. Не ломай ничего. А ломать можно, кстати. Так, все, я ставлю опять настройки. Все! Все, пошли сюда. Тут куда-то светит. Что в сундуке лежало? Тут книга Адама. А, книга? Вот, дневник Адама. Пока все хорошо, ничего не сверхъестественно не заметил. Все идет по плану. Иногда слышу странный шум. Стой, пошли опять к нему. А хотя не надо на плиту наступать. Подожди! Надо плиту ломать. Он не торгуется. Выкинь ему плиту и пошли. На попей. Пошли сюда, тут сундук. Ой, я спать лег. А, я в паутине застрял. Чё в сундуке? Не знаю. Ой, иди сюда, тут можно шутить. Стой. Тут может быть эта херня. А нет, пошли. Нам стрелочка показывает сюда. Ты это все находишь? Пошли исследовать дом. Дневник Адама, иди сюда скорее, сюда иди. Сюда иди скорее. Это дневник Адама уже вроде бы был. Вот. День четвертый, этот чердак сводит меня с ума. Я постоянно слышу голоса из комнаты, но там всего лишь книжные полки. Мне постоянно снится один и тот же сон, как будто кто-то следит за мной из-за угла. Я думаю, нужно найти рычаг, который откроет тайну этой комнаты. Я чувствую, я не один на этом чердаке. Он заманивает меня к себе. Не надо было сюда идти. Пошли. Кнопка. Там. О, дневник... Дверь попал. Понятно. Пипец. Все. Беги, 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 беги. За нами идет кто-то. Беги. Скорее. Куда ты нажал? Че? Алло, ты тут? Ты тоже сейчас вверху деревни был? Блин. Канализацию. Ты сейчас тоже вверху деревни был? Да. Пошли. Стой! А чё дубовая дверь? Стой, дневник Адама! День второй, я начал замечать странные вещи, как будто на это уже, я понял. О, дневник Адама, подожди, дай я это прочитаю. А, так это опять третье, это говно. Так. Кто-то бомж спал. Да ты дебил! Хватит, ломай всё подряд. Всё, пошли. Давай. Это уже всё заработало. Тут я налево, ты направо. Рычаг есть. Что? Где? Дай рычаг! Отдай рычаг. Дай рычаг. Нету рычага. Нету. Надо плиту рычаг. А рычаг вроде бы можно ломать. Или нельзя? Нельзя. А мы вроде... О, стой! Замри! Что? Кто двери открывает там? Смотри туда. Пошли проверим. Тут сундук открывается почему-то. Ищи в печках, я не знаю, где этот. Так, а где это? Иди сюда. Подумаешь, двери сами открываются, чего? Подожди, а мы ж тут бы... Ай! Сундук скрытый. А, там ловушка. А ты что там в сундуке было? Ничего там не было, он сразу... Я его попытался открыть, и он пипец. Подожди. Надо не пропускать сундуки. Ой, я дверь не нашел. Подожди, стой. Ну не иди ты никуда. В сундуке ничего не было. Ты где? Тебе иду. Стой, 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 пожалуйста. Пошли назад. Стой. Ни хрена не видно, подожди. Да я хотя бы сделаю себе. Тебя назад. Да. Так пошли. В этом и смысл то, что пошли мы... Пошли назад. Тут аквариум какой-то.
Тут рычаг был. А рычаг можно сломать? А, ладно, тут нет. А тут рычаг... А, нет, дверь просто. Тут рычаги нет. Вроде бы нельзя ломать. Рычаг вроде бы можно ломать. Ну, пошли сломаем. Нет, рычаги нельзя ломать. Ну, я уже сломал. Стоп, поставь рычаг на место и нажми на него, пожалуйста. Так я уже жал. Нажми еще раз, чтобы он причем. Понятно. Пошли, иди сюда. Иди сюда, иди за мной. Надо вон туда идти, иди сюда. Помоги! Понятно. Откуда они? Помогай! Что это за... Я в паутине застрял. Пас... Мелкозавод! Ёп! Я сдох. Я тоже. Дай мне меч алмазный. У меня нету меча алмазного. О, они сюда не проходят. Они сюда не проходят. Широкие. Давай быстрее. Все. Мочим их. Подожди. Ладно, я пишу геймод, потому что мы их мочить будем, я не знаю. Я буду только не по плану буду использовать. Иди сюда. Отойди. Отойди! Там бесконечно. Закрылись. Все, заходи сюда, все. Блин, давай я с тобой ходить буду, у тебя пушка. Да стой ты на месте! Иначе я тебя сейчас убивать по КД буду. Все, стой на... За тебя. Там зомби. Все, пошли, пошли скорее. Быстрее, быстрее, пошли. А как типа тут выжить вообще? То что нереально, пошли сюда. Сюда гонь. Нет, сюда гонь. Сюда пошли. Дай мне пушку, чтобы я обороняться мог. Нет, можешь со мной ходить специально. Я прямо пойду. Там ничего нету. Блин, ты меня испугал. Стой, подожди, у меня яблоко есть. Застрял. Пошли, наверх. Тут рычаг. Я нажал. Ты нажал на... Там, не нажимай! Там уже нажито. Пошли. Так, там тупик. Пошли! Я уже ничего не понимаю. Стой, 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 стой. У меня слепота навсегда. Иди сюда, пошли сюда. Я не знаю, мы лабиринты какие-то ходим. Теперь направо. Егор, а помнишь, когда мы в Роблексе синее дерево искали? Надо всегда идти по левой стороне. Помнишь, когда мы... О. Вот. Стоп. Полетел. Все, я нажал, можешь не идти. Все, погнали обратно. Я нажал. Так, может, надо на все эти рычаги нажать? Ну, да, наверное. Наверное, слепота победила. А это помнишь, как мы искали в Роблоксе синее дерево 5 часов? Прямо. А, мы тут были уже. Подожди, может там... Не нажимай рычаг. Ты не нажал? Пошли, нет. Может там было... Открылось! Открыл. Есть. Подожди. Сундук, что в сундуке? Да, дай! Молоко. Я молоко одну выпью. О, да. А как ты сюда выйдешь? Все равно ни хрена не видно, но... О, да. Так. Ты чуть не... Так, лестница мне далась. Лестница! Точно, пошли! На алмазный блок надо. Если играете вдвоем, не берите. Выкинь молоко. Все, я лестницу это. А у тебя нету молока? Нет, тут написано, если играете вдвоем, не берите третье. Если третье, если играть вдвоем, берите. А я уже взял, ну похер. Ну выпей. Подожди, тут может что-то быть. Нет, ничего нет. Так, подожди. Пошли. А, не... Я нашел ягоду. Вот, и у меня ягоду. Рычаг был. Помнишь, что ты нашел? Давай мне сразу. Пошли за мной. Помнишь, нам говорили, найдите рычаг? Подожди, где нам это говорили? Я забыл. Подожди. Я тоже не знаю, где мы говорили. Где это нам говорили? Быстрее говори. Пошли назад, назад. Точно, иди сюда скорее. Пошли за мной, скорее. Это, да блин, за мной двери закрываются. Вот тут где-то. Нет, это не тут. Пошли сюда. Везде картины проверяй.
О, вот рычаг. Вот. Подожди, стоп. Это там... Дневника там. Подожди. Подожди. Ёп. Ёп. Оно там. Беги. Беги, дорогая, беги. Я не могу. Тихо. Он приближается. Я его сломал. Иди тут. Отдай. Да ладно, это музыка. Слышишь эту музыку? Я без музыки. Смотри, что я нашел. Выкинь. Ладно, я выкину это. Ты слышишь эту музыку? Это музыка с, знаешь, типа выживать 81 день? Да. Вон там в бункере. Берешь вещи, запасаешься и это. Да, да, да. Пошли, короче, отсюда. Там ничего интересного. 61 секунда, то есть? Нет, 60 секунд, точно. О, а, все, как? Уже нельзя нажимать. Пошли. А, подожди, да я прочитаю. Этот чертов чердак сводит меня с ума. А, нет, да я читал. Подожди, стой, иди сюда. Нет, я про этот чертов чердак не говорил. Ой, я ничего на все подобрал. Дай мне башку клоун. Собери, собери, я с этим ходить буду. Давай. Нашел! Я же говорил везде картины проверять. Пошли сюда. Мне Редстоун дался. А что написано на Редстоуне? Егор, иди. Что написано на Редстоуне? Не знаю, там просто мне Редстоун дался. Надо на золото... Ой, я нашёл дверь. Что? Я две рыбы нашел. У меня, короче, теперь много еды было. У меня тоже так нормально. Ищи все бочки, проверяй. Нет. Нет, ничего. Вон, там еще есть. Листу сломай. Как вам хотите? Ну ладно. Ладно. О, блок. Вот. Убегай. Вот. Сюда, кажись, надо идти. Там кто-то бежит. Это свой last year of fear. Давай, пошел. Не хочу. О, тебе немота далась. Оп, а мне не далась немота. А, нет, мне далось на первую секунду. Чё, нашёл что-то? Бочку искать. Ищи в бочке. Они ещё на три... Нет ничего. Всё, пошли. Ага. Нам нужен рычаг. Я нашёл рычаг в бочке. Ой, хорош. Пошли. Стоп! Проверяй везде вот эти рычаги. Чисто картина. Ну, сера... Где сюда скорее? Ага. Проверяй. Хлеб. 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 Кто-то бежит, я не знаю. А, это типа выпивашки. За тебя этот. Сундук! Иди сюда. Подожди, я не знаю, как образом я еще все еще жив. Я увидел ледяную комнату за закрытой дверью. Недавно я нашел рычаг в бочке. Сейчас это проверим, что там. Так, смотри. Нашел что-то? Нашел рычаг в бочке. Да, давай. Давай, рычаг. А, вон! Подожди, давай сначала эту кнопку. Стоп. Давай сначала эту комнату проверим, что тут. О, сено! Давай сломаем и сделаем это. А, нет, у нас верстака все равно нет. Блин, помоги! Мочи ее. Вот не зря взяли. Все, это на всякий случай, Дмитрий. Все, погнали. Иди сюда. А, вот ледяную комнату. Иди сюда. Погнали, поплыли. Карта прикольная. Поплыли. Да мне... Дом. Скажи, карта прикольная. Я тут... Мне холодно стало. Вперед. Пошли вот сюда, посмотрим. Тут сундук. Да-да, я... Да я поведу. Я твою спину, блин, ничего зрителям не видно. Все, давай, садись. Так, значит, давай сначала вот это оплывем. Смотри от третьего лица. Чтоб удобнее было. А может... Вон ледяная пещера. Где? Вот, мне кажется, вот, вот он. Погнали тогда исследовать вместе? Да я бушку клоуна выкину. Она нам не нужна. Так, нашел что-то? Ну, это похоже на ледяную пещеру.
Мне кажется, я нашел эту ледяную пещеру, иди сюда. Подожди, сундук. Дневник Адама, рычаг. Опа, дневник Адама. Забирай штаны. Штаны себе забирай. Бедный Адам. Да не бери голову, штаны забирай. Так, зачем же я пошел в эту пещеру? Я думал, это будет неплохое место для укрытия от тех тварей, но здесь чертовски холодно. Не знаю, сколько мне осталось сил идти. Назад уже нет, судя по всему. Я так и умру в пещере, если не найду. Убери! Понятно. Я его трофей потом... Все, пошли! Это мой трофей будет. А, тогда я тоже за трофеем. До свидания. Тут! Прыгни туда и продержись 2 секунды. Ты сейчас умрешь. Понятно. О, зато на улице. Тэпни мне. Пошли. Пошли сюда. Вот там дом какой-то ледяной. Ну вот. Рычаг, у меня есть рычаг. Пошли. Открывай. Я сундук открыл, и у меня вылетело. Ну опять злодеи какие. Опять злодеи. Да иди ты нахер с такими злодеями! Иди ты нахер! Ух, тихо. Пошли наверх, тут наверх можно. Найдите выход из ледяной пещеры. А, паркур, серьезно. А нет, не паркур. Я знаю, где выход, по-любому. Смотри, я знаю, где выход. Пошли сначала в эту ферму зайдем. По-любому в этой ферме что-то должно добыть. Если нет, если тут не будет выхода... О, курица. Картошка. Так. Прикольный хоррор, слышишь? Нет, там ничего нету. Я знаю, как забраться. Подожди, давай все, бежим. На меня иссушение наложилось. Не знаю. О, ты до цветка добрался, мои любимые. Иди сюда, пошли. Вот тут по-любому. Вот тут можно как-то забраться по нему. У меня так сразу предчувствие было. А хотя... Хотя нет. Тут доберёшься. А, наверное, ты... Да как и пришли, давай. Вот! 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 Мне кажется, там ничего не будет. Да тут можно забраться. Нет, тут нельзя, кажется, забраться. Да пошли, как мы уже и пришли. Ну стой. Давай. Пошли. А мы все точно обошли? Мы эти кости... Да. Подожди, мы эти кости не обходили. Так. Тут, в принципе... Блин, фига вот цветков сидит. Нет, тут ничего нет. Пошли отсюда. Лодку. Ну, лодку пригони. Я тут уже... Посмотри в этот сундук и посмотри, что там написано из свинины. Что написано? Дия. Это смерть. Сразу по бочкам. Надеюсь, слава богу, музыка. Мне музыка. Ну а то вдруг что-то еще бочка стали. Ай! Беги! Беги! За него зомби! Блин, а... Ты где? Побежали. 1-0-0. Подожди, стой. Я не могу бегать. 1-0-0. 1-1. 0. Дальше 0. Это отличный код. Я не понимаю. Мочи. Да нахер ты в креатив зашел, дебила кусок. Не заходил в креатив, я до блока дотронулся. Мне рычаг дали. Это с чешуйниц выпадает. Спаси! Беги нахер. Рычаг бери и на железную дверь. Беги, дорогая, беги. А чё они так раздюпались? Тихо, я спрятался. Они повылежали с этих херен.
Я тут-то типа. А, я сдох. Я сдох, я сдох. Стой! Обернись. Чё? Сейчас урок будет. И чё, обернись, типа, и чё? Сундук открой. Сундук открой. Открой! А где су... О. А как? Там ничего нет. Отойди. Уходим. Не этот сундук. Артефакт. Нашел. Математика началась. Да пофиг. Сейчас по опозданиям зайдем. Пошли сюда. Новое задание. А мне слепота так и будет налаживаться, я не помню. Я не дала слепота. Опять оберни. Куда? Где сундук? Че опять? Алло. Где ты? Алло. Я открыл сундук. Карту сломали. Ты реально тупой? О. Мы правда карту сломали. О. Не за... Зря ты сюда зав... Расставьте артефакты. Смотри под ноги! Под ноги смотри, дебил! Тут какой-то надо. Тут какой-то и тут какой-то. Все, расставил. Они сюда! Надо их ставить. Вверх. Да, так. Пошли. Иди в первый. Мне слепота далась. Давай пошел! А мне ничего не далось. А мне далась слепота. А мне да. Подожди, здорово, ты сейчас. Стой, не бери. Ты сейчас без слепоты? Да. Это о. Адам, ну здравствуй. Конец. Конец. Мы что, прошли игру? Да. Ты реально тупой. У тебя есть что-нибудь поставить? Подожди, это серьезно. Это стенка замурованная. Серьезно? Ну ладно. Встань рядом со мной. Ну что ж, дорогие друзья, над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексоник и Егор. Всем пока-пока. Всем пока. А теперь на математику. Бегом!